У дороги сидел человек. Мимо проходил путник и спросил его: «Долго ли идти до города?» «Иди», — ответил ему сидящий у дороги человек. «Нет, ты, видно, меня не понял. Долго ли идти до города?» «Иди», — ответил человек. Путник разозлился. «Я спросил тебя простой вопрос. Долго ли идти до города? Иди!» Все так же ответил ему сидящий человек. Путник не стал больше спрашивать и пошел в город. «Постой!» Вдруг услышал он голос сидящего у дороги человека. «До города 6 часов ходьбы». «Так что же ты мне сразу не сказал?» «Я не знал, с какой скоростью ты пойдешь».